Друзья, всем привет, ассаламу алейкум. И прежде чем начнется наш прекрасный выпуск с прекрасным человеком, хочу сказать, что мы вновь разыгрываем вот такую вот прекрасную футболочку «Омар в большом городе», а условия и мой вопрос вы узнаете после того, как посмотрите выпуск. Наш выпуск сегодня с тренировок «Магиисмы», с его прекрасными коллегами по матам. Мага просто не знает, что такое слово «усталость». Ага. Рычание, рычание льва. Вот он. Амаш, я почему-то зверю на тренировку, когда прохожу, зверю. Голос, слышишь, блядь? Зверю голос. И ты уже порви его. Порви его. Да, мотивируй, мотивируй, пацана. Чисто локтевая тренировка называется. Правильно, вот это место... Вот сюда. Вот это место. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Пожалуйста. Мага, иди сюда. Иди сюда. Я тебе четко пару этих. Смотри, брат. Когда он руку проходит, смотри сюда, руку проходит, в этот момент должен голову сюда прокинуть, понял? Голову сюда. Вот так ушел. Ты следишь за мной? Вот смотри. Он я потянил. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Омар, не иди. Омар, не иди. Вот это смотри. Ловушка, Омар. Сейчас покажешь, так в зале мы так делаем. Идем сюда. В зале так делаем. Да вот на нем покажи, как. Вот смотри, он вот сейчас так. Покажешь. Вот смотри, давай, ты же вот так взял? Вот да, так. Так. В этот момент смотри, так. Ты делаешь вот так. Да, и видишь, он не может уже сюда сойти. И сверху вот так прыгает. Да, забрал. Спасибо, хороший прием. Это называется... Иди сюда, ближе. Давай, бери, не, я сейчас. Поеду, наверное. За шею. За шею бери. Ага. Вот так, да, раз. Смотри, я тебе говорю. Омар. Ты снимаешь? Снимай, там судья будет что показать. Вот. Сейчас будет показывать настоящие, как вы сказали? Что? Настоящие приемы. Настоящие приемы ножами. Угу. Ух ты! У меня только один вопрос. У меня один вопрос. Кто будет на такого человека с ножом бежать, скажите мне? Сам еще этот ответ постоянно. И какой с человек только с пистолетом? Угу. Успел? Я почти что успел. Отлично! Если с ним обострелки будут, просто скажите «я виноват» и уходите домой. iPhone 11 сюда дай. Нет, особо телефон тоже не нужен мне. Со своим похожу, да? Да, со своим похожу. Вчера не получилось телефон забрать. Сегодня получится у меня телефон забрать? Обязательно. Ух ты. О! Весь телефон или частями? Если чехол тоже есть, хватает чехол. Так, на свое имя кредит возьми, бабки. Да, да, конечно. Именно этот кредит? Ну, или тоже. Подождем? Чуть подождем. Кур. Я фа-фа-фа-фа. Уф. Тук-тук-тук-тук-тук. Фу. Фу. Нормальный такой тренажер для того, чтобы качать бицепсы. Вот так надо ее делать. И бицепсы она нормально забивает. По-другому на нем не работаешь. Только вот так. Покажу тебе сейчас. От стены я видел. От стены, да, то есть где? Широкие, что ли? А? Широкие? Что это? Общаемся, да. Мне показалось что-то, тебе не понравилось что-то? Что это? Ты что делаешь вообще? Мне показалось, или нет. Вы что-то быканули что сейчас? Это? А? В смысле, нет, ты кто вообще? Вы сейчас быканули или что, я чуть не понял? Ты что в одежде вообще уличную сделаешь, зали? Ты кто вообще такой? Что ты? Макс, а он возьмет. Подожди, ты. Поехали. Да, мы можем договориться. Макс, там, не, пойдем, так, пойдем. Мы можем договориться. Я устал, братья. Вот тогда ты прям не нужен. Когда ты устал, что ты нам нужен. Можно? Сейчас что, а? А? Сейчас что? А? Сейчас что? А? Сейчас что? Сейчас что? А? А? Сейчас что? А? Сейчас что? Сейчас что? А? Сейчас что?
No! Аша! Теперь понимаете, что я очень выносливый. Мы сегодня завершаем свой выпуск. Что? Амар в большом городе тренировок с магиизмом. Надеюсь, сегодня ничего я накрою. Я да, сегодня ничего. Ты мне скажешь спасибо. Ничего сегодня еще. Ты мне за стол. Ничего еще не закончилось. Да только начинается. Прощайся. Все только прощайся, начинается. Амар. Всем до свидания. Прощай. Пока. С вами был Амар Ильбутаев. А и мой блог Амар в большом городе. Ну что ж, друзья, вот и вопрос. Вы все видели мою жесткую драку с Магомедом Исмаиловым. Вопрос. Сколько раз я ударил локтем по пятке Магомеда Исмаилова?